Первая на сцену приглашается команда «Фою» Вильнюс, Литва, финалисты Евролиги. Приветствуем! Коля, ты же самый сексуальный. Тебе ничего не стоит ее знать. Посмотри, какой ты сексуальный животик. Коленька, в конце концов, у тебя самая богатая мама, Коленька. Дурак, я тебя слышу. О боже, Коленька, ты опять обломался, но все равно ты самый красивый, ты самый красивый. А мы, души, настолько бедные, что одноразовую посуду моем и едим. А у нас случай на берегу. Дорогая, да, дорогой, посмотри, какой красивый закат, он замечательный. Дорогая, ты знаешь, я давно хотел тебе сказать... Браконьеры! О боже, улиточка. Маленькая такая, с домиком была. Пойду похороню. Товар принес? Да. Качественный? Как обычно. Давай. Спасибо. Садовод любите выпить. Серьезным людям посвящается. Беззубый бобер лижет деревья. А теперь давайте заглянем в голову охраннику. Радио культуры. Да, министр действия Республики Ирландии. Пускай радио. Параллелограмм.
пана Леонора. Постучавшись в комнату родителей, мальчик лишился сестренки. А у нас случай в банке. Всем стоять, это ограбление! У детей и мертвых деньги не беру! Отправь это письмо 33 раза и ты будешь счастливым. Сантехник-дебил на съемках порнофильма реально ремонтировал кран. А сейчас представьте, 1989 год, советский магазин. Дайте, пожалуйста, молочка, спасибо, хлебушка, и, я думаю, водичка минеральная. Спасибо. А, да, чуть не забыл, и десяточек яичек еще мне надо. Девушка ждет любимого из армии. Машка! Алешка! Машка! Алешка! Машенька! Машка! Машка! Ждала! Жду! Что, не приехал еще? Нет! Машка! Алешка! Мужчины! Вам одиноким посвящается. Закончить вы бы хотели словами швеи. А материальчик-то ничего.